Всем привет! Сегодня у нас в гостях очередная подкормка, корм-брикет «Рябушка». В одном из роликов я уже рассказывал, я брал похожий брикет, если помните, в таком золотом пакете. Ссылку на предыдущий ролик оставлю, посмотрите. Кстати, предыдущий брикет зарекомендовал себя хорошо, и яйценоскость у кур реально за неделю выросла. С 10 практически до 15 яиц в день. Масса этого брикета 2,5 килограмма. Его можно положить как в кормушку, так и подвесить. Можно использовать как основной корм, а можно как подкормку. Для чего он нужен? Он обеспечивает максимально полное усвоение питательных и биоактивных веществ за счет постепенного регулярного восклевывания птицы. Способствует здоровому пищеварению, повышению яйценоскости и привесом. Снижает проявление агрессии и каннибализма. О, даже так. В прошлом, по-моему, такого не было. И сокращает период линьки в 2 раза. Но линька мне сейчас не грозит. Так, что у нас в составе? Только натуральные полезные компоненты. Отборные зерна кукурузы, ячменя, семечки подсолнечника специальных сортов. Полный набор биоактивных веществ, необходимых для птицы. Состав. Легкоферментируемые углеводы, в том числе сахара, перевариваемый протеин, жиры, клетчатка, натрий хлористый пищевой, аминокислоты, витамин целая куча, А, Д3, Е, К3, Н или H, наверное, H, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В12. Также содержит макроэлементы кальций, сера, фосфор. Микроэлементы железо, марганец, кобальт, йод, медь, цинк, селен. Так, написано, что не содержит ГМО, гормонов, антибиотиков и прочих стимуляторов роста. Так, как я и сказал уже, положить его можно либо в кормушку, либо повесить, чтобы курица постепенно его клевала. Срок годности у этого брикета 6 месяцев, но за неделю они у меня его сметают. Похоже, им нравится. Если ваша птица не хочет клевать такую подкормку, положите ее в емкость, засыпьте обычным кормом, и постепенно птица разнюхает и будет его хорошо кушать. Так что будем пробовать второй вариант подкормки. Далее сообщу о том, что произошло, какие были изменения. Ссылку на предыдущий ролик о предыдущей подкормке я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Пока! И маленькая пысышка. По цене. Предыдущий стоил 250 рублей. Этот брикет стоит 90. Вес тот же. Всем спасибо за просмотр. Делитесь в комментариях своим опытом использования подобных подкормок. Пока!